На Соборной площади главного храма Вооруженных сил России открылся зимний фестиваль и начал свою работу главный каток Подмосковья. Площадь катка 5500 квадратных метров. В день открытия в парке прошел красочный концерт, а также состоялся юниорский хоккейный матч. Иллюминацию на главной новогодней елке зажег министр обороны Сергей Шойгу. С 26 декабря по 6 марта каток могут посетить все желающие. Все новогодние каникулы гостей ждут разнообразные развлечения. А согреться можно в специально установленных чайных домиках.